Олимпийских играх выступил, тем не менее. Нет, 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 он, конечно, не выступил, не успел. Выступал в прошлом году с Наташей Пурич, Мервин Тран, ну и сейчас выступает с Марисой Костелли, но так как ее предыдущий партнер Симон Шнайпер, насколько я помню, завершил свою спортивную карьеру. И тут очень вовремя Мервин Тран ей подвернулся. В прошлом году на чемпионате Соединенных Штатов Америки уже вставшие в такое сочетание спортсмены стали шестыми на внутреннем первенстве. Подкрутка очень достойно, эффектно. Так, правильный прыжок. Не сказать, что получился совсем удачно. Это сальто. Уверенно стоит партнерша, тоже выброс сальхов. В этом году уже успели засветиться на двух турнирах, проводившихся на североамериканском континенте. Мариса с Мервином заняли и в Солт-Лейк-Сити, и в канадском баре вторые места. Ну, кстати, там же обновили собственный личный рекорд, доведя его до 60,24 балла. Точнее, даже не обновили, а установили его, так как до этого у них не было международных соревнований, только внутреннее первенство Соединенных Штатов Америки. Я, кстати, окончательно запутался относительно того, какие турниры идут в зачет как международные официальные, какие как Ницца не идут. Единственное, что удалось разобраться, то, что накатала Алена Леонова в Ницце, это не пошло ей в зачет как официальный личный рекорд. А вот Саранский турнир, осенняя классика в Канаде, Солт-Лейк-Сити, это все челленджеры официальные. Ницца почему-то нет. Недостаточный официоз, видимо, в Ницце, или же там настолько хорошие условия, климатические, остальные, что официальным этот турнир никто не хочет признавать, но все туда едут. Там действительно хорошо. Бруно Маркотта и Ришар Готье – это те тренеры, которые работают с новоамериканской парой. Мервин Тран, интересно, получит ли американское гражданство. Но, во всяком случае, канадцу его получить значительно проще, чем японское.
И таким образом, через 3 года у него есть прекрасный шанс выступить таки на Олимпийских играх. Мариса подскажет, расскажет, что такое выступление на Олимпийских играх. Слушайте, неужели они 9-м были в Сочи? Да, Мариса Костелли и Саймон Шнейпер, он же Семен Шнапырь, были 9-ми, обошли Джеймс Сипре, Бертон Хатарика, супругов Венде. И Наруми Такахаси с Рюти Кихарой, которые не сумели пробиться в произвольную программу. Как-то я, насколько помню, меня никогда Костелли и Шнайпер не впечатляли, но тем не менее в десятке сильнейших на Олимпиаде это уже не отнять. Оценки. Американцам новый личный рекорд 61,85 балла. Очень-очень приличный результат. Очень приличный. В парах все, что больше 60, это претензия на высокий результат. Mm-hmm.